Актер Станислав Садальский в Инстаграм выразил признательность генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту по итогам шоу «Голос». Дети, как он считает, в данном проекте победила дружба. Эрнст отлично придумал. Справедливо. Всем сестрам по серьгам, заявил Садальский. Далее он привел цитату, которую сказал Эрнст, когда объявлял имени победителей проекта. А в конце я хочу вам сказать, голос будет. Голос был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку маленькой. Отметим, что по итогам проекта «Голос» дети было принято решение, что победителями станут все 9 финалистов, включая Микелу Абрамову. Кстати, девочка стала единственной среди всех участников, кто не пришел на повторный финал. Ранее ее мать Алсу говорила, что Микела сама решила участвовать в проекте «Голос». Дети, решение о втором приходе она также должна была принять самостоятельно. Кстати, Алсу намеревается 1 июня, в День защиты детей, прояснить ситуацию с проектом «Голос». Дети, ранее она отмечала, что участники оказались втянуты в какие-то игры взрослых. Напомним, что шоу «Голос» дети завершилось около месяца назад грандиозным скандалом. В проекте победила Микела Абрамова с огромным отрывом от других участников. Многие сочли такой результат несправедливым. Россияне посчитали, что за девочку был вброс голосов. Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило эти домыслы. В итоге была назначена так называемая переигровка.